Послушать хорошо, а посмотреть еще лучше. Виталий Листраткин и Александр Булгаков с программой «Музразбор» в эфире Интер-ФМ. При повороте убеждайте, чтобы не было никаких велосипедистов других и людей, которые могут заниматься тоже бегом или другим видом спорта. Перед стартом опытные спортсмены проводят для участников краткий инструктаж «Правила безопасности прежде всего». Благотворительную акцию «Привет, велосипед» придумали работники фонда «Первоуральск 21 век» просто так, чтобы порадовать детей из детского дома. Эта акция нужна детям в первую очередь для того, чтобы они чувствовали, что они не покинуты, что о них тоже кто-то думает. Ну, это во-первых. Во-вторых, это для их развития, для приятного времяпрепровождения. Уроки вождения от профессиональных инструкторов и 15 велосипедов, чтобы покататься. Предложение фонда в детском доме с удовольствием поддержали. У нас такой возможности нет, и велосипедов у нас тоже нет в центре. Поэтому для нас очень даже эта акция. Хорошо, что нас пригласили, и на велосипедах мы покатаемся. Мы выбрали деток, те, кто умеет кататься на велосипедах. Не всех, а те, кто действительно умеет кататься на велосипедах. Покататься в парк пришли 15 ребят. Столько же велосипедов предоставил пункт проката муниципального учреждения «Старт» и частная организация. В роли инструкторов – ученики городской велосекции. Когда ты едешь в подъем, тебе придется работать только вот этим передачей, чтобы ехалось в гору легче. Вот это вот передний переключатель, он находится вот тут вот. И тут тоже, тут всего 3 передачи. Предупреждал их перед камнями, перед поворотами, перед грязью, перед горкой. У них ошибки такие, ну, типа, что они на тяжелых передачах ездят и неровно. Да. Это все научится. У 11-летнего Артема есть свой велосипед у бабушки, но мальчик бывает у нее редко и ненадолго, поэтому и накататься от души не получается. А на такой серьезный велосипед, говорит, сел впервые, да и с инструктором с удовольствием пообщался. Инструктор хороший, понравилось то, что с горки летишь так, просто адреналин. Хочется, чтобы не один раз это происходило, чтобы мы часто выезжали. По словам довольных участников, они очень надеются, что акция обязательно повторится и, возможно, в следующий раз поддержат ее не только пункт велопроката и велосекция, но и горожане, которые дадут детям покататься на своих велосипедах. Кристина Сипьева, Владимир Махмутов, Интер ТВ.